От успеха зависит материальное состояние. Подмосковное поместье супруги Алексея Кузнецова. Если экс-министр был главным добытчиком средств, то Жанна Буллах, или Жанна Буллок, как ее называют в Америке, знала, как тратить деньги. Особняк на Рублевке – лишь малая часть того, куда можно было пристроить богатство. Высокие заборы, ландшафтный дизайн, розы вдоль дорожек. Режиссер Ирен Лангеман в свое время удивляла зрителей видами этих подмосковных Версалей, снимая фильм для немецкой аудитории. Это Версаль. Миниатюра Версаля, вот через несколько месяцев мы увидим, что здесь будут только красные розы. Вся эта роскошь была бы невозможна без умелых действий тогдашнего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, который уже давно как объявлен в международный розыск и только сейчас задержан в Европе, о чем докладывал сотрудник пресс-центра МВД России Владимир Коновалов. При задержании у него обнаружено и изъято несколько поддельных паспортов. С ноября прошлого года он находился в международном розыске по каналам Интерпола. По подозрению в совершении преступлений на территории Российской Федерации, предусмотренных статьями мошенничество, легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления и растрата. Имея набор паспортов и миллиардное состояние, Кузнецов, по всей видимости, рассчитывал надолго обосноваться в Европе. Сейчас его подозревают в причастности к хищению десятков миллиардов рублей. Это была целая система вывода средств. Карманные компании, созданные под крылом областного правительства, активно привлекали инвесторов для участия в строительных проектах. Смело брали кредиты на десятки миллиардов. Казалось бы, впереди область ожидают небывалые дивиденды, ведь недвижимость почти всегда можно выгодно продать. Удобство было еще и в том, что компании считались коммерческими, то есть у них не были связаны руки в выборе подрядчиков и организаций. Конкурсов, никакой бюрократии, только бизнес. Но чиновники, разумеется, обернули эти схемы исключительно себе во благо. В сметы включали миллиарды фиктивных расходов. Стадионы, деловые центры, офисы, школы, больницы, бесчисленное множество объектов обошлись областному бюджету в разы дороже, чем они стоят на самом деле. Разница ушла в карман организаторам бизнеса. Параллельно наладили заработок на оплате услуг ЖКХ. Непрозрачная система позволяла искусственно создавать долги, а потом из бюджета гасить их, переводя деньги на счета фирм-однодневок. В 2005-м подконтрольные Кузнецову структуры выпустили облигации для привлечения средств. Часть вырученных от продажи денег, примерно 1 миллиард, потом прокрутили через карманные фирмы и вывели в неизвестном направлении. Ранее были задержаны несколько менеджеров различных компаний и чиновников, но Кузнецов успел без проблем выехать за рубеж. К тому времени на офшорах осело достаточно денег, рассказывал журналист Борис Соболев, который в свое время брал интервью у беглого министра. Все аферы основные шли через так называемое МОИТК, это инвестиционно-трастовая компания. Это такая была создана им контора-прокладка. Область, которая и так в долгах, как в шелках, вместо того, чтобы нормализовывать как-то экономическую ситуацию, создает фирму-прокладку, дает бюджетную гарантию перед банками за эту фирму, и эта фирма в обход закона начинает собирать долги. Деньги разворовываются, Кузнецов уезжает. После этого Московская область оказывается в положении, что за эту фирму надо гасить долги. Долгов столько, что когда посчитали, опять это цифры счетной палаты, если я не ошибаюсь, 98% бюджета Московской области после бегства Кузнецова – это были ничем не обеспеченные долги. Сейчас официальные претензии следователей связаны с хищением нескольких миллиардов рублей, хотя неофициально назывались суммы, эквивалентные нескольким миллиардам долларов. Кто-то из интернет-пользователей, узнавших о богатствах Кузнецова, потом прикинул, что если каждый день тратить по 1000 долларов, то 1 миллиарда хватит на 2740 лет. За рубежом Алексей Кузнецов чувствовал себя в относительной безопасности. Он основательно оброс имуществом. На деньги, заработанные за время его работы в Подмосковье, удалось купить пару отелей в Куршевеле, потом собирались приобрести еще больше и создать целую сеть гостиниц. Дочь министра отмечала свадьбу в усадьбе Архангельска. Ангельское торжество обошлось в 5 миллионов долларов. Еще одна деталь, показывающая, что простой областной чиновник мог себе позволить очень многое. Но его супруга умела не просто тратить деньги, она любила это делать красиво. Это она регулярно возила в США выставки российских художников и фотографов, удивляя Майами русским искусством. Жанна Буллах устраивала фестивали, показы, вызывала в Россию самых модных дизайнеров для оформления помещений. Известно, что на ее офшорные структуры несколько лет назад была зарегистрирована 50-метровая яхта с 12 каютами для гостей и экипажа, отделанная внутри в футуристическом стиле по проекту все тех же модных дизайнеров. Стоимость игрушки – 15 миллионов долларов. Несколько квартир в Нью-Йорке, Лондоне, Сент-Тропе. Все это дополнило коллекцию роскошного имущества. Правда, сейчас, когда экс-министр задержан, похоже, что изысканная супруга не слишком спешит ему на выручку. Большая часть этих богатств была записана на нее. Сейчас они разошлись. Жанна Буллах является гражданкой США и вряд ли легко уступит хоть что-то из нажитого за время супружества. Пока в России под арест попали 8 земельных участков, 2 квартиры в Москве и 2 автомобиля. В общем, далеко не все, на что были потрачены бюджетные миллиарды. Николай Осипов, ТФМ.